de bobe. E assassino? Что мы с тобой будем делать, сын? Расскажи, пожалуйста. Снайпер, элит, нези, зомби, арми. А подожди. Мы будем в него играть. Friendly Fire выключил. Ладно, ну гуляйте. Кстати, подождите, перед тем, как начинать игру, расскажи о самом первом видео, которое мы сделали про Снайпер Элит. Помнишь? Да. Помнишь, мы уже выкладывали видео про Снайпер Элит? Зомби Элит. Ну да, да, да. Расскажи, что там было? Мы проходили первую миссию. Village of Death. Но мы так ее не прошли. Плюс, что там было? Мы с другом все время убиваем. Да. Это было смешно смотреть. Там убежище друг друга расстреливали, ба-ба-ба. Ну, думаю, это не повторится так. Во-первых, у нас сейчас будет вторая миссия, да? Мы будем какую миссию играть? На вторую. Окей, сейчас я уже... Вот. Так, создаёт ассасин. А я просто, можно сказать, гость. Ассасин, давай. Ну что ж, начинаем. Может, что-нибудь зрителям нового расскажешь про твой канал, например? Нет. Yeah. Ничего нет. Да? Не знаю. Вот он, мне расскажу. Я возьму карабин. И возьму... Что мне взять? Я возьму возьму вот это. Я возьму МП-44 и токен. Гранат. На... Я ППШ возьму еще и люгер. Я возьму семин побольше. Я возьму всяких плюшек. Потому что есть такой момент, там, где надо будет выживать против зомбарей. И это довольно-таки сложный момент, так что и там надо делать ловушки. Расскажи про этот момент моим зрителям. А? Расскажи про этот момент моим зрителям. Там все очень-очень плохо. И там, можно сказать, очень много зомби. И это бы даже, это бы их не приумножали, а если их приумножить, то аж даже сразу представить. Лист, кстати, недавно вышел второй зомби Да. Меня аудио не помогает. Я вообще все на минусе стоит, и ничего не помогает. Дисплей. Я тоже вообще все выключу. И мне ничего не помогает. Так что я теперь глухой. Блин, как слишком грязно. Я только тебя слышу. Я без звука играю. Ага. Ну что, пошли? Ну пошли, да, можно. Блин. Не могу, а блин, что, стоп, 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 стоп. Я уже забыла. Блин, ты надо. Как лука пасы назад идет? Я уже заполнился. Я морг. Ой, зомба. Ай. Ой, восстает. Восстал. Еще один. Зомби. Ну там еще зомби тут тоже будет. Смотри, так к нам пойдут. Вон они. А, им хорошо будет давать. А ты бы хедшоты раздавать? Я не могу, ой, не лагаю. Я тоже лагаю. Где, кстати? Я думал, что у вас раздавать. Я бы так уж сказать. Да-да, прикольно. Ай, блин, 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 блин. Так, точно.
Вообще, как быть, очень хорошо зомбарей пропускать. Слушай, я не знаю, можно отойти. Я пока я снова включу запись, всем привет. И мы с ним, и что мы делаем с ним? Продолжаем играть, да? Да, мы продолжаем. Правда. Я прям пришел к этому. Ну что, пойди, пошли. Да. Блин, я буду с пистолетом ходить. Я с карабином хожу. Ой, зомбарь. Что это? Что? Я его покупаю. Иди наверх, там будет стабильный. Ой, я промазал. Ой, я еще промазал. Ой, я книгу. О, попал. Еще попал. Я не могу так. Ну, я же ассасин. Да, блин, мне лагает игра, я не могу. О, да тоже налагает. Я как-то мини... Ты не лагала, я буду попасть нормально в голову. Да я не буду тебя бьёт. Вот только ты стреляй. Так это не для тебя, это мне вообще лагает. Так и заведение времени, наверное, ну то, что как я высуну красный экран. Ну, будете показывать. Я прям уже не так хайлайн, но, блин, очень корявый. О! Я там всем хорошо заделать и представить, как бы у меня что-то лагает. Да не сильно лагает, а блин. Это маленький лаги, который делает что-то побыстрее, чего я могу ему попасть. Быстрее, чтобы... Ну, я бы даже лагает, мне он может как-то депортировать. Блин, зомбарик! Чё кто уйма? Не знаю, есть ли смысл всех убивать. Вообще, как думаешь, зрите, понравится это видео или не понравится? Не знаю. Саш, ты как-то немного запросил свой канал, верно? Ну, вывела свое видео, я просто сейчас знаю, что не могу. Просто там, Майнкрафт, может, нет, я не знаю, я уходил, не помню. Ты, ну, нет, ты что, там три части выложил и все? Ну, может, Майнкрафт вот. Знаешь, ты сейчас не снимаешь, конечно? У меня места нету, понимаете? Места нету. Ну, а ты не мне говори, это зрителям говори моим. Я и говорю им. Так что, все моим. Это причина опять палец. Это вообще можно. Так, продолжаем? Я бы сняла, может? Какая-нибудь. Ну да, хорошо, все, у меня хорошие подписчики, мне не нравится, потому что у меня хоть кто-то смотрит. Да? Ой, блин, ой, блин, ой, блин, ой, блин, ой, блин, ой, блин. Я бы хорошо сделал, не цель. О, ну, ты крут, стель. Я сверху там еще сделал хорошо, тогда ты не видел, куда я стрелял. Ну знаешь, в чем прикол? Я хуже тебя, но у тебя меньше подписчиков, почему? Ну, не знаю, мне очень хочется. Ты сейчас сказал это, и мне кажется, это мои подписчики на тебя обижатся. Ладно, мне не пофиг, я имею в виду свой... А, блин. Я вообще не целюсь. Я тебе уже прицел, вообще не пользуюсь. Ой, давай. Привет. Блин, я же тоже не стрелял. Возьму этот автоматик. Я автоматик пойду. Вот сейчас такой место, вот оно. Вот это чертово место. Так, как устанавливать эти мины? На растяжку поставь. Как? На F. Блин, быстро зомби бежу! Ай-яй-яй, это что, зомби? Я умер. Это все камикадзе долбан. Это сначала миссии из контрольной точки. Сначала миссии. Не, ну блин, это блин. Ладно, я включу запись, когда дойдем до этого места.